Большой футбол возвращается в Германию. И уже в субботу 16 мая в 16:30 на стадионе Сигнал Идуна Парк в 26-м туре Бундеслиги нас ждет рурское дерби между Боруссией Дортмунд и гельзенкирхенским Шальке. История этого противостояния началась в далеком 1925 году и уже насчитывает 139 матчей, 51 победа Боруссии против 46 выигрышей Шальке, и 42 встречи закончились ничейным результатом. В этом сезоне дела у команд идут совершенно по-разному. Боруссия борется за чемпионство и занимает вторую строчку, а Шальке лишь на шестой позиции. Хоть и сезон был поставлен на довольно долгий перерыв, все равно стоит обратить внимание на последние 10 сыгранных матчей клубов. Боруссия выиграла 7 матчей, но проиграла целых 3 при реализации 49 ударов в створ, при забитых 2 из 6 мячей за игру и пропущенных 1,2 гола. В свою очередь Шальке, который идет на шестой строчке, выиграл лишь 2 матча за 10 игр и по 4 проиграл и сыграл ничью, реализовав лишь 21% ударов в створ, забив только 0,7 голов за игру и пропустив почти 2 мяча за матч, 1,8. И если говорить о составах, то у Боруссии стоит ожидать схему 4-2-3-1 с учетом возвращения в состав Марка Ройса. Из лазарета также вернется Делейни, но скорее всего только на скамейку. А вот пополнил список травмированных центральный защитник за году. У Шальке очень сложно спрогнозировать состав, так как у них всегда было очень много травмированных по ходу сезона. Но сейчас все здоровы, кроме турецкого защитника Кабака. И состав может выглядеть примерно так, с закрытым центром поля и двумя нападающими. Действительно, у Шальке весь сезон было много травм, и сейчас все в строю, что поможет им сыграть на равных с Дортмундом, но я думаю, с учетом всех аспектов, на победу Боруссии можно спрогнозировать 40% вероятности, на ничью 35%, а на победу Шальке 25%, а самый явный счет будет 2-1. Но помните, в дерби может случиться все.